Здравствуйте, я Елена Залеская, директор агентства «Модное бюро». Хочу поделиться с вами на трендах рынка. Сейчас идет мощная глобализация бизнеса. Можно наметить несколько трендов. В частности, во-первых, увеличивается доля российского бизнеса. Во-вторых, происходит объединение трудов HR и маркетинга в части развития бренда компании. Третий тренд я вижу в том, что компания уходит в социальные сети, а в области HR это помогает узнать о репутации сотрудника и о том, каким духом он живет помимо работы. Вот. Кроме того, вот, что касается нашей компании, мы ушли в визуальные каналы, что нам помогает искать сотрудников. В частности, у нас есть свой аккаунт в Инстаграме, мы общаемся через YouTube с нашими клиентами, где нам тоже могут задать вопросы, мы можем рассказать также о рынке, о подборе персонала. Еще один из трендов я назову, это то, что уходит в прошлое штатное расписание. Поскольку бизнес сейчас нестабилен, мы проходим кризисы, экономические ситуации, то так называемое классическое штатное расписание, в нашем понимании, оно исчезает. То есть компании становятся очень динамичными и, так скажем, могут меняться своевременно. Кроме того, идет сейчас востребованность на сотрудников фриланс. Мы можем создать сотруднику гибкие условия труда, режим работы, удаленность. При этом компании настолько сейчас автоматизируются и уходят в онлайн-бизнес, что это позволяет им контролировать сотрудников независимо от того, где он находится. Идет спрос на сотрудников, которые могут позволить себе заниматься разным функционалом. Чем более функционален сотрудник, тем он сейчас больше востребован. Это такие уникальные сотрудники, которые могут заниматься, например, и продажами, и закупками. Когда идет сокращение руководителей, больше востребованность идет на менеджеров.